Надо помнить о большом пальце. При опускании ладони он уходит в сторону под углом. Начинаем движение, прижав большой палец. Опуская ладонь, не забывайте о большом пальце. Большое напряжение приходится на средний палец, когда мы опускаемся вниз. Змейка кистью руки. Ладонь не должна быть напряжена. При змейке пальцы свободные выполняют непринужденную красивую волну. Сейчас мы поставим кисти рук под более явным углом. Более круто идем вверх, большой изгиб, и более круто вниз. Большие пальцы прижатые создают маленьких змеек.